автомобиль своенравен. Он с вами разговаривает. Пристегиваться здесь обязательно. Это ведь кошка, причем одна из самых быстрых в мире. Так вот, этот автомобиль, предоставленный, еще раз, на тест-драйв компании Musa Motors, это просто мечта. И эта мечта исполнилась. Просто даже прокатиться на нем. Это была мечта всей жизни. Я на нем еду. Так вот, этот автомобиль оборудован всем, включая пневмоподвеску, которая изменяет клиренс. Автомобиль предполагает, что вы будете ездить не менее 160 км в час. Конечно, по хорошим дорогам. Поэтому на 160 он плавно прижимается к земле. И дальше вы уже просто в полете. На парижском автосалоне 2002 года Jaguar Cars представил новый флагман модельного ряда – седан высшего класса XJ. Первое впечатление, что автомобиль очень похож на предшественника, обманчиво. Новый XJ спроектирован с нуля, на полностью новой платформе и с революционным для британской компании алюминиевым кузовом типа Monocoque. На 60% более жестким и на 40% более легким по сравнению с остальным кузовом прежнего XJ. А это самый мощный автомобиль, на лице которого нарисована кошка. Это Jaguar XJ8. Машина, у которой двигатель всего 4.2, но при своей нетурбированности он выдает на гора без всяких турбин спокойные 300 кобыл, которые позволяют вам просто летать. Вообще, надо сказать честно, Jaguar — это машина для одного человека. Если останавливать свой выбор между Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-кой, то если вы поклонник стандартного классицизма, а Jaguar не бывает ни нео, ни раритетным, это Jaguar. Он ничем не изменился с того самого момента, когда появились на свет 4 круглые фары. И надо сказать честно, на машине этой хотелось прокатиться всю жизнь. А еще больше хотелось бы ее иметь. Но пока кошелек еще не тот. Но тем не менее, вот на эти короткие 5 минут тест-драйва, которые у нас предоставила компания Musa Motors, и, соответственно, зал авторитет города Магнитогорска, начинаешь чувствовать, что в этой машине можно прожить всю жизнь. Потому что в этой машине все сделано для водителя. Разумеется, это 8 подушек безопасности. Всевозможные системы, мы уже устали, наверное, говорить об этом, но отметим еще раз, что это стандарт классицизма автомобильного. Если у вас он есть, то ваша жизнь удалась. Благодаря комплексной системе пассивной безопасности ARTS с ультразвуковыми сенсорами новый XJ является одним из самых безопасных автомобилей мира. Оформление панели приборов выполнено в традиционном для Jaguar стиле с цельной панелью из орехового дерева. В оснащение вошли комфортабельная подвеска с алюминиевыми рычагами, пневмоэлементами и системой CATS, стереосистема с DVD-проигрывателем и 9-дюймовым сенсорным экраном, акустика мощностью 300 Вт, а также адаптивный круиз-контроль с фронтальным радаром. Еще хочется сказать, вот мы-то на нем ездим аккуратно, потому что это самый дорогой автомобиль, который представлен на этом тест-драйве. Его стоимость, этого Jaguar XJ7, слушайтесь, 120 тысяч евро. Вау! Ну и, как и всякий тест-драйвер, я хочу немножко нажать на газ. Вот коробка подоткнула нижнюю передачу, и мы полетели. А вот тормоза. Идеальные тормоза. Они вас не бросают к рулю, но тем не менее машину останавливают прекрасно. Мечта. Мечта, ставшая реальностью, которая воплотилась на дорогах Магнитогорска благодаря фирме «Авторитет». И мы уверены, что это не последнее явление настоящих шедевров мирового автопрома на Южном Урале, так как «Магнитка» — это тоже столица, хотя и столица металлургии.